Добрый вечер, дорогие зрители. Купила себе елку на рынке Озерка. Привезла трамваем. Романтика, страшная сила. Можно же, главное было взять Максима с собой, но она легкая такая. Могу держать сама. Каждый год покупаю елочку на рынке, потому что ее привозят с Западной Украины. Настоящую, с веточек сделанную, и она пахнет мне Карпатами. Родным домом. Вот так. Искусственную я никак не могу приобрести, это не мое. Сейчас покажу, какая большая красивая елка у нас в Днепре, центральная. 2022 год. Вот такая красивая, большая. Максим каждый вечер, возвращаясь с тренировки, говорит: мама, ты видела? Пойди, посмотри. А я хожу параллельными улицами с театра и никак сюда не попадаю. Вот. Возле супермаркета Европа. Первый раз елка на этом месте. Обычно она на площади, вот там, где work написано. Но сейчас там каток. В этом году на освещение нашего города, говорят, потратили 53 миллиона гривен. Вот так. В каждой части города есть какая-то своя локация. Каждый сквер убран, прибран. Вот такая, если поближе показать. Это искусственная елочка. Шары настоящие и очень-очень много света. Люди приезжают с других районов пофотографироваться к центральной елке, а я хожу мимо как-то всегда. Вот. Олени. Так, в одной руке елка, в другой телефон. Не сильно удобно, но такая локация. Очень праздничная. Пошли елку еще. Здесь продают глинтвейн. Вот. И здесь глинтвейн. Ароматы такие не передать. Сколько стоит глинтвейн? 85. Спасибо. Холодно. Уже люди. Грузинская кухня геноцвали. Шашлык там есть, мясо, шаурма, все-все. Кто приедет сюда из Днепра, другого региона, можно покушать в центре. Вот такая вся кухня. Так, я без перчаток держу телефон, поэтому сейчас мы заканчиваем мой эфир «Баварский хот-дог». Здесь, я думаю, под Новый год будет больше таких домиков, мне почему-то кажется. В прошлом году было намного больше. Ой. Давайте. Здрасте. Здрасте. Вы слышали что-то про настоящее счастье? Настоящего счастья внутри нас. Внутри нас, правильно. Его нужно раскрыть. Есть такая удивительная книга, называется «Бесценный дар». А, не-не, я не участвую в таком. Это объясняется, как благодаря медитации, изнутри раскрыть. Я очень люблю ваши песни, когда вы ходите и поете. Печенье любите? Кришна. Не-не, мне некуда смотреть. Тут перчатки, тут елка. Не-не, спасибо. Пожелайте мне Хари Кришна. Желаю вам всего самого-самого и... Хари Кришна — это означает все самое-самое умножить на 1008 раз. Желаю вам Хари Кришна. Вы тоже мне пожелаете? Спасибо. Я вам желаю вам тоже Хари Кришна. Будьте счастливы. Спасибо, взаимно. Спасибо. С наступающим. Спасибо. Рыбик бар. Так, и месяц, луна, 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 цветы, цветы. На-н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 а. Европейская площадь наша. И снежок пролетает. И тут я заметила, уже организовалась бригада Ромалы. Это очень опасно, потому что сумка висит на плечах. Ромалы тут как тут. У нас на этой площади славится тем, что ворует кошельки и телефоны.
Поэтому надо быть бдительным, кто приедет к нам и будет такой весь потерянный бегать фотографироваться. Надо еще следить за своими вещами. Все, мне нужно одевать рукавички. Управляйной дрожжи Шоу-Малие. Встречай! Західна Україна, бабуся, дідусь. Поезд новейший, тільки вийшов із завода. Красиво. Ось тут класно, просторно. Тільки хтось уже пиво п'є на верхній полці. Класно. Місця більше, ніж раніше було у звичайному купе. Поїзд Маріуполь-Рахів. Максим їде. І чудище п'яне, вже там п'яне їде з Маріуполя. Поки доїхали до... Доїхав до Дніпра, вже 4 банки пива опустошив. Вже начальника поїзда викликали. Весело. Квиток майже 1000 гривень. І такі умови. От ніколи не... Не знаю, що тебе чекає, які будуть пасажири. Надіюсь, що все буде добре. Макс з мозгами, хай себе береже. Ну все, з Богом. Привіт, рідній землі, а я лишаюся. Капка. Щасливо повернутися і гарно погуляти. Площадь Короленко з Новим роком. Какая красота! Я направляюсь на манікюр. Мой уже отрос. Для того, щоб був красивим на всі праздники. І новим. Такий красивий коридорчик. Хочется пройтись, но тут фотосессия, конечно. Вот, какая красота. Праздничная. Теперь мне понятно, для чего эти столбы были предназначены. А для того, чтобы зимой на них подцепить такие шары. Вот, теперь красиво. Теперь понимаю и поддерживаю, поощряю. Очень красиво. Вот снеговички. Какая красота в Днепре. Это площадь Короленко. С той стороны тоже там с Ходным роком написано, но туда не пойдем. Люблю вас, дорогие мои глядачи. Будьте здорові і щасливі, само собою. Всім добрий вечір. Ми з Альонкою зібралися в кафе. Прямо возле театру. На вулиці мороз, мороз, снег, снег. Заміло, заміло. Скільки ти їхала? 2 часа. 2 часа? З берега. Це ще повезло, тому що вечір. Люди по 4-5 часов сьогодні стояли в пробці. Алена супер альтруистка и молодец, потому что у нас дороги замело, и не все смогли добраться в театр. Алена пришла и не просто, а с подарками. Сейчас покажу. Что это? Это подсвечник. Смотри, мне одной рукой давай демонстрируй. Не-не-не, не открывай, не открывай. А что? Как он будет красивее смотреться? Такой вот подсвечник. Ай! Доставай, что там дальше. Крисмас свечечки, понюхай. Запахом Рождества. Только католического уже прошло, да? Что уже того, что будет? Ну, нет, нет, уже классно. Все праздничные. Куда стаканчик вставляется. Потом... Алена всегда с подарками, а я такая... Такие свинки ничего не принесла. Салфетки с новогодней тематикой. Бирюзовые. А, кстати, в этот Новый год надо встречать в голубом. Как раз салфетки. Да, все оттенки синего, я знаю. И золотистого.
потому что тигр, белый тигр. Голубой с голубыми. Давай. Голубой. Так, шоколадка импортная. Не ем, но спасибо. И это крем с Мертвого моря. Он еще был 10 дней назад на Святой Земле. А ну это привет. А ты что, у тебя есть родственники на Земле обетованные? Ох, есть знакомые. Класс. Sweet dream. Сладкие мечты. Да. Кто знает эту фирму? Спасибо, Аленка. А, еще не все. И такие подносики. Два. Да. Какие на скатерти исправляются? Это тоже в честь Рождества начали дарить такие рождественники. Рождественники вазоны. Пуансеттия, по-моему. Мне не надо, не дай бог, у меня нету подоконника. Они очень быстро, кстати, вянут. Почему-то. Ну, они место только на мультиварке. Мне и так моя драцена стоит сейчас в коридоре. С наступающим. Золотой человек. Это так, это чтобы подвеселить картину. С наступающим, Катерина Леонидовна, это с Миколаем. С Миколайчиком, да. До Нового года мы еще встретимся. Да? Алена молодец. Такая активная. Приехать после работы? Ой, ну, честно говоря, декабрь, он пролетел очень быстро, поэтому как бы тут хочется успеть последние вот эти вот праздничные дни. Что, последние только начинаются? Не, ну, вот знаешь, окончание года, и когда вот эта вся иллюминация в городе, ты видишь только по фотографиям, по видео, а когда ты приходишь в город, то они уже начинают там уже 12-го, 13-го елку разбирать, а ты такой еще нигде не гулял, поэтому... Кстати, еще покажу, еще дойду до елок. Сейчас у меня будет куча выходных дней. Все покажу вам третий. Так, мы пришли в турецкое кафе. Оно мне нравится. Прямо напротив оперного театра. Это такие мишки красивые, красные. Вот, прямо напротив оперного театра. Уютная кафешка. Совершенно недорогая. Смотри, красные мишки на подоконниках тоже. Спасибо, Аленка, за подарки. Такие. Ой. Коктейс. Молодец. Все Алена знает. Что значит грамотный, образованный человек. Знает, умеет Лесе выбрать подарки. Люблю людей, которые умеют делать мне подарки. Да. Я шучу, понимаешь? Самое главное – это внимание. Ну, да. Конечно, подарок должен быть, знаете, как это говорят про мужчин, что он должен быть чуть-чуть красивее обезьяны, так и подарок должен быть чуть-чуть... Не-не-не, ну от мужчин должны быть подарки эквивалентные. От мужчины должны быть дорогие. Золото, бриллианты и деньги. Можно какие-то сувенирчики. Говорят, значит, в мире столько разных денег, а люди не знают, что мне дарить. Поразительно. Это касается мужчин, понимаешь? А женщины всегда дарят... Что там, носочки, гель для бритья, мужчинам имею в виду подарок. Да. Ленка, спасибо тебе. Сейчас подарок с меня под Новый год. Мужчины ухаживают за собой, мужчины тоже хотят внимания. То есть мужчины... Да, они как девочки сейчас еще больше хотят внимания, я с тобой согласна. Но я не встречаюсь с такими мужчинами, не знаю таких. То есть, вернее, с такими я... Прощаюсь. Да, да. Которые хотят внимания. Которые сами, как девочки, да? Хотя, чтобы... Знаешь, это как в анекдоте говорит. Вот вам, женщинам, нужно всегда внимание. Не-не-не. Вот вам, мужчины, вам бы только сразу секс, раз и все. А нам, женщинам, нужно внимание. Внимание. Сейчас будет секс. Ну да. Или как сейчас... Есть такая шутка. Это я упростила. Секс ушел 3 минуты, как мужчины говорят, всю ночь. Да, поэтому... Нет, снег шел 3 минуты по мужским меркам всю ночь. Всю ночь, да. Ну, да, есть. Слушай, они такой вкусный брауни здесь делают. Я должна дома испробовать. А брауни не должен быть такой мягкий, как бисквит? Нет. Он должен быть такой твердоватый? Да, там очень много шоколада. Угу. Именно шоколада. Я испеку, тебе позову. Есть у меня рецепт. Вот так, ну, выглядит как турецкие сладости, такие вот запеченные. Ну, это же турецкий брауни. Поэтому да. Овалённый морквяный кекс. Я тоже его люблю, там очень много орешков. Он просто, я посмотрела, он похож на вот рождественские кексы сейчас. Вот эти вот, как Пасха выглядит. Ну, в рождественском есть изюм, здесь нет изюма. Ну, там морковка, орехи. То есть такое...
Алена всегда яркая и новогодняя, со стразиками и новых сережках. Молодец. Мало кто решался сегодня выйти из дома. Транспорт почти не ходит. Днепр вечерний. Красивый, освещенный. Это возле филармонии и театра Шевченко. Через квартал от оперного театра. Такая вот красота. Такие люстры. Настоящие. Хрустальные почти. И вот такое под ногами, чтобы вы понимали. Вот так, вот так. Дороги не прибрані, транспорта мало. Говорят, Алена, на предупреждение не выезжать без надобности, без сложной причины среагировали только коммунальные службы. Да. Они не выехали сегодня, а потом выехали маленькие трактора и забуксовали. Да. Поэтому... Я не понимаю, это вообще не похоже на, понимаешь, на наш город, на нашего мэра, чтобы так не убрали в центре города. В центре, да, обычно на левом берегу у меня не убирают, а в этом году, ну, вот так, сюрприз, не убирают нигде. Ну, смотри, ни тротуары, ничего вообще не убрано. Ну, дорога элементарно в центре города не убрана, страшно. Я помню, когда был гололед, и все просили целый месяц посыпать, а потом лед растаял, и сказали, ну, видите, все хорошо. Да, сколько той зимы, да, то же самое, вон. Боже. Смотри, там... Мелисса хотела нарушить права. И поехать на зеленый наш свет. Мы сейчас засидим. Ай-яй-яй, 20-19. Это не я, это голос за кадром. Смотри, какая красота. Вау. Вау. Это в Вене, по-моему, такие люстры висят. Я в Вене была летом. Такого не висело? Да, 2 года назад, поэтому не висело такого. Так, все, у меня замерзает какая рука собака? На улице мороз. Какая? Они Лайка? Сейчас... Лайка или хаски? Я не знаю. Хаски. Спасибо. Они уже сейчас такие похожи друг на друга. Ну, как раз тематическая собака на такую погоду. Тогда класс. Все, мы идем в центр, я одеваю перчатки и замерзла руки.